Здравствуйте, меня зовут Алексей Красиков. Добро пожаловать на мой сайт. Как я уже говорил, я готовлю открытие нового сайта. Вы его скоро увидите. Но прежде чем вы на него зайдете, я хотел вам кое-что рассказать о психотерапии. Многие думают, что психотерапия – это какой-то процесс, который учит вас чему-то, как делать правильно или как неправильно. Я хочу сказать, что это не совсем так. Психотерапия учит вас быть свободными во всех смыслах этого слова. Я сейчас нахожусь за несколько тысяч километров от родного дома, совершенно один, прилетевший сюда. И я вам искренне желаю, чтобы вы смогли путешествовать, знакомиться с людьми, пробовать разную еду, изучать новые страны и континенты. Используйте методику, которую мы предлагаем вам. Будьте настойчивы, работайте методично, ведите дневники, задавайте дополнительные вопросы, если вы что-то не поняли. Это очень важно, потому что ваша свобода фактически в ваших руках. Ведь на самом деле от невроза никто никогда еще не умер, и ничего с ним не случилось. Но страхи, которые вы испытываете, сковывают вас, и вы не можете свободно передвигаться. Выходить из дома, путешествовать, ездить на свидания. Ведь жизнь у нас достаточно короткая, и не надо ее тратить на пустые переживания. Конечно, я понимаю, что упражнения, которые вы увидите на этом сайте, достаточно могут казаться сначала страшными и сложными, особенно экспозиция в местах, где у вас возникает паника. Но поверьте, только выписав правильно, технологично свои страхи и подобрав правильную тактику работы с ней, и используя настойчивость и силу воли, вы сможете победить свой страх, вы сможете победить себя. Я вам искренне желаю успехов и увидимся в Москве. До встречи, пока.